Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. Что нужно делать для того, чтобы курортный поселок был со светом? Да будет свет. Многолетней проблеме перебоев электроэнергии Витязева нашли решение. Скоро в селе наступит светлая полоса. Есть дельфины, которые, не знаю, с вероятностью 90% угадывают. Черноморский оракул. Белуха анапского дельфинария предсказал исход предстоящего футбольного матча России и Египта. Приехать, пообщаться, увидеться с другими регионами, узнать, что у них нового произошло. Спорт за гранью возможностей. Инвалиды приняли участие в городской спартакиаде, доказав, что их возможности безграничны. Борьба с незаконной торговлей и нелегальными объектами развлечений, вопрос озеленения города и утилизации твердых бытовых отходов. Эти и другие важные темы составили повестку очередного планерного совещания, которое прошло в администрации города. Подробности в сюжете. Заместители главы отчитались о проделанной за прошедшие недели работе. В центре внимания – контроль в сфере торговли и безопасность при организации досуга. Специальные рейдовые группы регулярно проводят проверки, пресекая работу незаконно установленных объектов торговли и развлечений. Так, в станице Благовещенская было выявлено несколько незарегистрированных аттракционов. Их работа остановлена. Около аквапарка «Тики-так», да? Там появилась эта рогатка с тремя аттракционами, с тремя батутами. Тоже уделите внимание. Вот ее еще позавчера там не было, вчера она уже стоит. То есть эту работу надо проводить ежедневно. Это касается и мунконтроля, и вас. Никаких аттракционов там в парке, пусть где-то вон есть парк, пусть ходят туда и там занимаются. По-прежнему остается актуальным вопрос по благоустройству и озеленению курорта. Глава города еще раз подчеркнул, зеленое убранство Анапы нужно регулярно обновлять и дополнять новыми насаждениями, а также жестко контролировать вырубку деревьев. А когда вы сажать будете, покажите мне план. Ну почему? Что, за полгода город обойти не можете? Посмотреть, где пеньки стоят и надо деревья там посадить. Мы об этом говорили. Говорили еще в сентябре-октябре. Ни за холодную воду никто не пошевелился. Понимаете? Есть предприниматели, есть санатории. Пусть сажают. Тогда у меня вопрос другой. А как его спилили, это дерево? Вы куда смотрели? Порубочный билет кто-то давал, кто дает? А? Ну так занимайтесь тогда этой работой, чтобы ее видно было. Это тоже важный вопрос. Озеленение. В летний период остро стоит проблема с увеличением бытового мусора, особенно в частном секторе. Вывоз ТБО проводится регулярно, согласно графику, однако многие анапчане его игнорируют, выставляя пакеты с мусором на улицу, когда заблагорассудится. В итоге уличные животные разрывают пакеты, ветер разносит мусор по улицам. Такого безобразия на курорте быть не должно, считает Юрий Поляков, и ставит задачу провести работу с местными жителями. Графики вывоза мусора. Дайте нам, объявите людям по телевизору, по радио, чтобы люди знали, почему у нас опять мешки стоят на улицах, опять собаки их разрывают, опять весь мусор валяется. Давайте так. Также глава Анапы акцентировал внимание на том, что курортный сезон уже в разгаре, а это значит, что все службы должны работать в усиленном режиме. Этим летом курорт планирует принять не менее 4 миллионов туристов, и у каждого должно остаться только самое благоприятное впечатление от Анапы. Руслан Душевский, Анапа регион. Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в селе Витязево. Такую задачу поставил глава Анапы Юрий Поляков. Каждый курортный сезон жители жалуются на аварийные отключения. Существующая сеть просто не выдерживает нагрузки. Есть ли решение этой проблемы? Вопрос обсуждали на встрече главы города с инициативной группой и энергетиками. По словам энергетиков, основная проблема в том, что существующая сеть – это фактически коллективная собственность. Части линии принадлежат разным собственникам, которые бесконтрольно выдают разрешение на подключение сезонным предпринимателям. В сезон пиковых нагрузок аварии происходят постоянно. Что нужно делать для того, чтобы курортный поселок был со светом?
Сегодня, как мне говорят, сегодня в Витязево заезжаешь, как в тракторную бригаду, а молотят эти генераторы, стоит запах а солярки и выхлопных газов. Решением проблемы может стать строительство новой высоковольтной линии, которая снизит нагрузку на подстанцию в несколько раз. Эту работу готова взять на себя электроснабжающая компания «Аксой». Нами предусмотрены, скажем так, бюджет где-то в районе 10 миллионов. У нас закуплено уже ТМЦ. Мы просто не ожидали, что так быстро будет эта авария. То есть она действительно ВТ-3 на сегодняшний день — это просто лоскуты, которые между собой не спаяны. Поэтому на сегодняшний день, когда я разговаривал с Анжеликой Анатольевной, от вас мы бы хотели получить разрешение на строительство параллельной линии. К строительству параллельной линии приступят позже. Пока в разгар сезона начинать стройку нельзя. По словам представителя организации, работы займут не более 3 недель. Проект избавит витязевцев от проблем с перебоями электроэнергии на годы вперед. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапорегион. Новому военкомату быть. Здание на Парковой 66 начали готовить к реконструкции. Проведенное обследование показало общее состояние удовлетворительное. Выполнив рекомендации экспертов, здание можно вернуть к жизни. Но для этого предстоит выполнить огромный объем работ. На объекте с инспекцией побывал глава Анапы. Ребят, приостановите работу. Пока. Здравствуйте. Каждый день из полуразрушенного здания на Парковой 66 рабочие вывозят свыше 20 кубов мусора. Рутинная, но необходимая работа – освободить и подготовить помещение к реконструкции. Глава Анапы вместе со строителями метр за метром проходит все площади. Очень старым это здание не назовешь. Оно 99-го года постройки. До аварийного состояния его довел не возраст, а собственники. Затеяв в 2015 году реконструкцию, Министерство обороны просто бросило здание без крыши. Министерство обороны передало нам это здание, скажем, не в лучшем виде. Но сегодня мы в состоянии восстановить это здание, организовать здесь работы и организовать работу самого военкомата, чтобы все наши жители не ездили в Темрюкский район, а ездили сюда. Да, сейчас мы обошли, посмотрели. Работы, конечно, очень много, но будем этим заниматься. Я думаю, так же, как и на Крымской, восстановим это здание. Возвращение этого здания в муниципальную собственность уже большое дело. Процесс переговоров с Министерством обороны длился почти год. Но и после передачи форсировать стройку было нельзя. Началу работ предшествовала тщательная экспертиза. Обследование длилось 1,5 месяца. Наш главный вывод, что это здание будет жить, если выполнить наши рекомендации по приведению здания в соответствии с требованием, современным требованием по сейсмике в городе Анапа. Самая сложность большая, что кто-то самовольно построил перегородки тяжелые. Эти перегородки мы написали в заключении, но надо их снимать. Причем безударным способом, тихо, спокойно, все перегородки снимать. И вместо них мы рекомендуем из гипсокартона облегченные с металлокаркасом, что соответствует требованиям сейсмики. Сейчас есть проект, который прошел экспертизу, есть понимание, как действовать. Глава заявляет, на этом месте не будет очередной многоэтажки. Социально важный проект будет воплощен в жизнь. Значит, надо, во-первых, территорию огородить, чтобы сюда посторонние не ходили. Меня интересует, с той стороны. С той стороны надо заняться, профиль есть, надо обгородить ее, никого сюда не пускать на эту территорию. И вот этот весь мусор, весь хлам, его надо сверху вниз все спускать. И потом будем заниматься перегородкой. До осени рабочие должны завершить с уборкой и подготовкой внутренних помещений. Затем на здании восстановят кровлю, что позволит продвигаться дальше. Команды из Новороссийска, Славянска на Кубани и Анапы приняли участие в спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования ежегодно проводятся на территории стадиона «Спартак». Организаторы подбирают доступные виды спорта, чтобы каждый участник смог проявить себя и побороться за кубок «Спартака». Юлия Герасимова участвует в спартакиаде не первый год. Ее любимые дисциплины – гонки на колясках и фигурное вождение. Именно в этих видах Юлия занимает первые места. По словам анапчанки, для нее это не столько состязание, сколько приятный, а главное – активный отдых. Это просто физкультура, это адаптивный вид спорта. Это, да, приехать, пообщаться, увидеться с другими регионами, узнать, что у них нового произошло. Это праздник.
какой-то степени это именно праздник. В прошлом году в спартакиаде приняли участие и профессиональные спортсмены-паралимпийцы. Дартс, метание мяча, электронный тир и фигурное вождение. Все виды дисциплин доступны и не травмоопасны. Организаторы городское управление по физической культуре и спорту, администрация стадиона «Спартак», а также объединение инвалидов-колясочников «Ковчег». Смысл не только в видах спорта, а именно, что они социально адаптированы у нас люди, и имеют возможность такую приехать, себя, в общем-то, показать свои умения. Они тренируются, занимаются, то есть они готовятся к этим соревнованиям. Вот это вот главное – общение, что их понимают, что их видят и что их принимают. Любое соревнование спортивное и так далее, оно для них это как отдушина в их нелегкой жизни. И мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы хоть как-то поддержать этих людей. Спортивная инфраструктура в Анапе становится все более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас идет пробирование специальной программы ГТО для инвалидов. Она будет включать в себя плавание, стрельбу из электронного оружия, дартс, метание ядра и ряд других дисциплин. В данный момент перспективный комплекс проверяют на доступность и эффективность. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион. Новая звезда анапского дельфинария Белуха Пузырек предсказал исход футбольного матча России-Египет. Это уже его второй опыт в качестве прорицателя. Своей интуицией млекопитающая удивила болельщиков несколько дней назад, безошибочно определив исход поединка между Россией и Саудовской Аравией. Пузырьку 7 лет. По меркам китов он еще подросток. Но уже к 8 годам бледно-серый окрас станет молочно-белым, а размеры тела значительно увеличатся. В дельфинарии на Пионерском проспекте это единственная белуха, причем со своенравным характером. По словам тренера Вероники Шелюгиной, сначала общий язык с млекопитающим было найти довольно сложно. Однако теперь белуха не отходит от своего тренера и с удовольствием обучается новым навыкам. Дельфины, они как такие заводные, задорные. Можно сравнить их как с домашними питомцами, собаками можно. Они игривые, им хочется все там играться туда-сюда. А белухи, они более нежные, более такие ранимые, чувствительные, не знаю, можно сказать, как кошечки. Впервые интуицию Пузырька сотрудники дельфинария решили проверить перед матчем Россия-Саудовская Аравия. Тогда белухи предложили два мяча с флагами стран-соперниц. Как вспоминает Вероника, киту сразу приглянулся тот, что с российской символикой. Именно его Пузырек принес своему тренеру. Вскоре прогноз белухи сбылся. Наша сборная обыграла аравийцев с разгромным счетом 5-0. Есть дельфины, которые, не знаю, с вероятностью 90% угадывают. Вот предлагают, допустим, приходят беременные девушки. Подходит дельфин и каким-то образом показывает тренеру, типа, или да, или нет. Показывает, мальчик это будет или девочка. И был дельфин, я знаю, не слышал, он у нас в дельфинарии, который угадывал с точностью 90%. Способности предсказателя решили проверить и мы перед матчем Россия-Египет. Снова в воде два мяча и снова белуха выбирает с российским триколором. В этот раз эксперимент повторили и с дельфинами. Они также сделали ставку на нашу сборную. Верно ли Пузырек и подводная команда определили победителя, мы узнаем уже завтра. Однако с такой поддержкой на суше и в воде у нашей сборной есть все шансы выйти из группы. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалиев и Михаил Григорьев, Анапа регион. Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта призывает отдыхающих воздержаться от купания в море на надувных матрасах. Это связано с усилившимся отжимным северо-восточным ветром. Кроме того, спасатели не рекомендуют кататься на катамаранах, использовать надувные подушки и круги, а также заплывать далеко от берега. Необходимо усилить контроль за детьми на пляже. Руководители предприятий и организаций должны принять меры, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации на воде. В опасный период туристам и жителям города необходимо соблюдать правила поведения на воде и не подвергать свою жизнь неоправданному риску. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи.
Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.